Шарлиз Терон. Лучшая женская роль. Я всегда хотела сниматься в кино. Ньюмаркет Филмс и Медиа 8 представляют. Мечтала, что однажды стану звездой. Ты красавица? Да. Меня можно назвать романтиком. Спасибо. Фильм основан на реальных событиях. И ты переехала? Да, старалась примелькаться. Мужики, наверное, на тебя вешались. Есть одна фраза, которая стала моим правилом. Главное – это любовь и уверенность в себе. Привет, красотка! Прокатимся? Получалось далеко не все. Но всем нужно во что-то верить. Можно до тебя дотронуться. Ты такая красивая. У меня осталась только любовь. Что будем делать? Что хочешь? Повтори. Моя подружка ждет. У меня есть ты. Теперь у меня есть все. Жизнь забава. Эх, девчонки. Но странно, многое оказывается не таким, как ты думаешь. Знаешь, кем я хотела стать? Президентом Соединенных Штатов. Все хорошо? Все самое безобидное причиняет мне страшную боль. Куда едешь? Потушите сигарету, позвольте. А ну, отвали! Совершить нечто жестокое на самом деле гораздо проще, чем может показаться. Шелби, хозяин этой машины труп. Нет! Шелби! Я знаю, что делаю, но тебе этого не понять. Верь мне. Этого не поймешь, пока не испытаешь на себе. Как будто ты до этого ругания не слышал. Давай сначала рассчитаемся. Ли, кто его убил? А ты как думаешь? Убивать нельзя! Кто это сказал? Шарлиз Терон. Все они еще не знают, кем я могу стать. Кристина Ричи. Но однажды они прозреют. В фильме Бетти Дженкинс «Монстр». Народ, это моя подруга Кристин. Привет, Кристин! Как репортер, я всегда стараюсь найти позитивный и интересный сюжет. Итак, моя первая клубника в этом сезоне. Очень сочная. Упражнение называется «Да, но». Я бы очень хотела получить повышение на работе. Так попроси. Да, но мне придется выполнять другую работу. Надо повышать рейтинг. Больше крови, больше зрителей. Это полностью противоречит моей работе. Это эксплуатация. Попробуй пойти на компромисс. Да, но тогда я лишусь в работе всего, что люблю. Вот какие репортажи мне нужны. Что, снять, как люди заживо горят в разбитой машине? Господи, просто ищи захватывающие сюжеты. Может, сменить работу? Да, но если я сменю работу, я не буду работать с мужчиной, которого люблю. Добрый вечер, Сарасота. С вами Джордж Райан. Кристин, мы с тобой уже больше года работаем, а ни разу даже в бар вместе не сходили. Ты меня не приглашал. К тебе не очень легко найти подход. Может, изменить взгляд на ситуацию? Кристин, ты опять впадаешь в это свое состояние. Вы видели цветы? Они искусственные. Все остальное здесь тоже фальшивка. Кристин, иди домой. Эти люди мне жизнь испортили. Эти люди... Почему меня никто никогда не слушает? Все нормально? А что, не похоже? А давайте снимем, как куры трахают. Чтобы народ знал, откуда берутся яйца. Шутка. В чем дело? Чего ты добиваешься? Я много думала о вашей идее делать из новостей сенсации. Я с вами соглашаюсь. Шедевр киноискусства. А теперь передаю слово Кристин Чабак. Спасибо, Джордж. Лучшая роль Ребекки Холл. Следуя политике канала, достоверно отображать все кровавые события. Приковывает к экрану. ТВ-40 представляет впервые в истории телевидения. Кристин. Какой красавчик. Надеюсь, ты ему тоже нравишься. Бабуль, ну перестань. Мам, смотри сюда. Улыбочку. Фамилия у меня Сальмон. Лосось. А теперь осторожно, чтобы не оборвалось. А имя Сьюзи. Я пошла. Пока, Сьюзи. Ты прекрасна, Сьюзи Сальмон. Мне было 14 в тот день, когда меня убили. Ты дочка Саймонов?
6 декабря 1973 года. Фильм обладателя премии «Оскар» Питера Джексона. К сожалению, пока мы ее не нашли. Мне очень жаль. Пап, ее убили, да? По роману Элис Сиболд. Скучаешь по ней? Она ушла навсегда. А вдруг нет? Вдруг она еще рядом? Бабуль! Сьюзи сейчас здесь. Да, я не умерла. Я жила в собственном идеальном мире. Но в глубине души понимала, что и он не идеален. Потому что убийца все еще преследовал меня. DreamWorks Pictures представляет. Фендерман? Лен, Сьюзи ни за что бы не ушла с незнакомцем. Она знала убийцу. Есть список. Это работа полиции, наша работа. Части головоломки нашлись, но отец не мог ее собрать. Устроили мавзолей посреди дома. Я ждала справедливости, но ее все не было. Ты дочка Сальманов? Папа! Очень странный тип. Вам его слов мало? Нужны улики, доказательства. Оставь ты ее в покое! Папа! Ну, где же ты? Ничего не бойся. Милые кости, смотрите. When you meet these people, do you say that she was murdered? Do you say that they had to do a blood test to see if her head matched the body? Hey, Dad, just calling to see where you and Mom are, if you're coming. Worst case, they come on Friday and everyone goes home and has a really nice break. After all, we can't let you live here. You do know about the sisters, don't you? They worship the devil. Is there something wrong? Why are you doing this? Do you believe in God, Joan? Ever tried to look for him? I look for him in the unlikely things that happen. Little coincidences. Deedle, deedle, black coat's daughter. What was in the holy? Something funny. You smiled a little. Funny? No. Why? I mean, I just wish you could stay and see my performance. That's all. Сесиль, почему ты не поговоришь с Робби? Я говорила, но мы ходим по кругу. Запретная любовь. Дорогая Сесиль, возможно, ты сочтешь меня сумасшедшим, но в твоем присутствии у меня кружится голова, и я не думаю, что это от жары. Рёни, можешь оказать мне услугу? Передай это Сесиль. Тайное послание. Господи, ты покраснела? Брионни!
детское воображение. Я не знаю, кто это был. Ты его видела? Да, видела, это был он. Ты в этом уверена? Ложное обвинение. Я видела его с Лолой. Я люблю тебя. Возвращайся ко мне. Фильм по мотивам романа Йена МакКевена. У меня был выбор: остаться в тюрьме или пойти в армию. Дорогой, я люблю тебя. Я буду тебя ждать. Фильм режиссера «Гордости и предубеждения». Как бы много я ни работала, я не могла забыть о случившемся и о том, что натворила. Две фигуры фонтана. О чем эта книга? О девочке, которая увидела то, чего не поняла, но решила, что поняла. Разлученные предательством. Разделенные войной. Связанные любовью. Я вернусь и найду тебя. Я очень, очень сожалею обо всей боли, которую я причинила. Джеймс МакАвой. Кира Найтли. Искупление. Of days in the most innocent of places. Till death do us part. Till death do us part. The one person you loved most suddenly disappeared. How long would you search? He must have loved her very much. I do admire his perseverance. I pretend I have a choice. I have the power either to let her go on living wherever she is happy and never know anything about what happened to her, or she can be dead and I get to find out everything. How far would you go? I just want to know what happened to Diane, and I'm prepared to do anything to find out. How much would you risk? Hello, Jeff. I'm the man you're looking for. I'm Barney. Go to the police. You can't do this on your own. If anything happens to me, or if you speak to anyone, you'll never know what happened. I swear to God, I wish she were dead. You do not know what it is like to not know. Why did you make contact with me? Where you search for Diane, such a worthy opponent, a kindred spirit. She's gone, Jeff. You may never find out how or why. You just have to learn to accept that. You don't care anymore if she's alive or dead. I do. You're just afraid that without the search, you won't know who you are. Please, I just want to know. Drink, and you will experience exactly what she experienced. Jeff Bridges, Kiefer Sutherland, Nancy Travis. Your obsession is my weapon. Дорогая моя Изабель, я все время думаю о тех минутах, что мы провели вместе. Дорогой мой Том, когда мы встретились, мне показалось, что я знаю тебя всю жизнь. Твоя любовь вернет мне способность чувствовать. Чем помочь? Что мне сделать? Появление не может быть совпадением. Она милейшая девочка, но ты не можешь оставить ее себе. Мы нужны ей, и мы не делаем ничего дурного. Я не сомневаюсь. Из тебя получится чудесный отец. Для моего папы с любовью отныне и навсегда, навсегда, навсегда. А как тебя зовут? Люси. Люси. Рада была познакомиться. Пока. Пока. В
жизни моей сестры случилась ужасная трагедия. Ее муж с ребенком пропали в море. Сейчас ее девочке было бы столько же, сколько вашей. Мы должны все рассказать. Она же ее мать. Ее мать я. Кто-то уверен, что моя дочь жива. Тебе ничего не грозит. Я об этом позабочусь, обещаю. Ты сама видела, что мы с ней сделали. Слишком поздно. Настанет день, когда все это покажется нам сном. Любовь отныне и навсегда, навсегда, навсегда. Таинственная река. Куда смотришь? Я там жил в детстве. Видишь сток вон там? Да. В детстве я часто играл на этой улице. Не смеши ты ее. Да. Ерунда какая. Его нужно найти. А что, пап? Что? Где ты пропадал? Служба 911. Что у вас произошло? Здесь стоит машина, в ней следы крови и дверь открыта. Что же там произошло? Отпущен! Скажите правду! Нет! Нет! Пока. Пока. Если бы тогда я сел в тачку, то у меня съехала бы крыша, и жизнь стала бы другой. Вы думаете, это я ее обидел? Ее не обидели, а убили. Я ее любил. Убил и сбросил тело в реку. Я его найду и убью. Но это вовсе не значит, что он убийца. Однажды ты просыпаешься и не помнишь, что такое быть человеком. Ну и ладно. Что произошло в субботу, мистер Бойл? Правду. Хватит болтать о моей большой ответственности. Я дожму его. Может, и дожмешь, но сейчас он нас поимел. Разве это так уж важно? Господи, я думал, мне больше не придется это делать. Убивать людей и сбрасывать их в реку. Не надо! Я им говорила, что у тебя большое и доброе сердце. Вы часто слышите: это хорошее кино. Посмотрите это. Включите этот фильм. Иногда полезно послушать радио. Мы не скажем вам этого. Можешь не сдеваться. Просто знайте. Есть город, без которого мир станет лучше. Этот фильм. В этом городе уже все попробовали твое дело, кроме меня. Перевернул сознание всех лицезревших его. Этот город прогнил. Здесь нет спецэффектов. Здесь нет декораций. Здесь нет дорогих постановочных кадров. А вы не видели деревянный шпиль на крыше молельного дома? Фильм-книга. Но все подумали, что деньги взяла я. Потому что я им так и сказал. Вы смотрите его. Вы видите только то, на что способно ваше воображение. Не нужно! Нет! Гениальный фильм гениального Ларса фон Триера. Догвиль. Догвиль? Догвиль. Догвиль. Ричард, нас с тобой ждет успех, малыш! Слышишь, успех! Кто-нибудь наберите 911! Что это было утром? Фрагменты астероида. Насколько большие? Это все цветочки размером с баскетбольный мяч или автомобиль. А насколько крупный сам астероид? Он размером с Техас, господин президент.
Куда бы он ни упал, он уничтожит все живое на планете. Половина населения погибнет от тепловой волны, а вторая половина в результате термоядерного похолодания. Конец света, как предсказано в Библии. Touchstone Pictures представляет. Удар извне ничего не даст. То есть мы взорвем его изнутри? Как? Пробурим скважину. Нужен лучший специалист по бурению. Брюс Уиллис, правительство Соединенных Штатов, поручило нам спасти мир. Мы войдем в историю. А нас будут легенды складывать. Я согласен. Я с тобой. Куда я денусь? Я хочу вас заверить, что мы делаем все, что в наших силах, чтобы предотвратить катастрофу. Мы преодолеем все трудности с присущей нам отвагой. Руководство дает добро на запуск. Управление, добро. На старте, добро. Игорь, у нас тут 4 миллиона фунтов топлива, ядерная бомба, а на остальные детали им, похоже, денег не хватило. Круто, да? Ну что, поехали? Итак, джентльмены, вы наши отважные воины. Вы уже герои, так что расслабьтесь и наслаждайтесь полетом. Сегодня взоры всех жителей планеты устремлены на этих храбрецов. Добро пожаловать в космос, астронавты. Очень кстати, я уже почти час не плевал. В самые тяжелые времена теперь нам остается только молиться. Хьюстон, это самый крутой полет! У каждого есть возможность проявить себя. Touchstone Pictures представляет Брюс Уиллис, Билли Боб Торнтон, Лив Тайлер, Бен Аффлек, Уилл Пэттон и Стив Бушеми. Держитесь! Скорее сюда! Там мой отец! Папа! Не беспокойтесь обо мне и моих ребят. Мы знаем свое дело. Армагеддон.